до врачебная помощь острой сердечной недостаточности. Выполнение мероприятий по первой доврачебной помощи должна начинаться при появлении первых признаков острой сердечной недостаточности. Усиливающаяся одышка, кашель, шумное дыхание, цианоз губ, кончика носа, пальцев, беспокойство, чувство страха. При появлении таких симптомов необходимо провести такие мероприятия. Больного необходимо усадить в удобном положении, спина должна быть максимально приподнята. При возможности для обеспечения уменьшения притока крови к сердцу, ноги и руки больного обложить грелкой с горячей водой. Вызвать скорую помощь, описав диспетчеру симптомы. Обеспечить больного достаточным притоком свежего воздуха, открыть окно, снять стесняющее дыхание одежду. Успокоить больного. Измерить давление. Систолическом давлении не ниже 90 мм ртутного столба дать больному принять таблетку нитроглицерина. Состояние постоянно контролируя показатели артериального давления. Через 15-20 минут после того, как больной был усажен, можно наложить жгут на одно бедро. Менять место расположения жгута можно через каждые 20-40 минут, не допуская длительного сдавливания ноги.